Сразу в двух семьях из Орска в январе на свет появились двойни. Всего же в прошлом месяце в городе родился 131 малыш. Новорожденные получили редкие имена – Демьян, Мия, Салвиелла, Амели, Есения. Что касается браков, то в январе больше разводились, чем женились. Так в брачный союз вступили 50 пар. А вот актов о расторжении брака поступило 75. Причем из них 22 по взаимному согласию супругов, 53 по решению суда.